Чтобы не прикручивало больше. Чтобы ему не давило. А это сильно длинно было. Нет. А там нету средней длины. А вот это. Там ровненько все. Я тебе помогу. Чего, нормально, я стою. Нормально. Нормально. Колечко, ты начинаешь. Дорогие товарищи, лучшая лошадь может быть только лошадь, на которой ты еще не катался. Станица Шапсукская, да? Шапсукская. Сейчас подавайте мне. Подавайте мне зайчика. Да, подавайте мне солнышко моего. Иди, мой хорошенький. Так, не хотите, что вы порвете? Дела у нас нормальные. Дела, ой, какой классный. А, у него дела вставленные, да? Ух ты, как положено, да? Глаза бы нельзя никогда у лошади ходить. Она хорошая, но просто инстинкт работает. Вот ударить, да? Я понял, сейчас сниму уже. Вас особенно быстро ходит. В общем, ребята, мы поехали. Мы сидим с внуком вот на лошади вдвоем с Калюнечкой. Порысь, Коля, влево. Вот так вот мы сидим. Впереди он папа. А чего мы последние? Сзади он там мама. А чего мы сейчас самая последняя? Не, мы последние, мама последняя идет. Ну так лошади, они привыкшие уже друг к другу. Просто у каждого есть свое место. Да, да, они уже привыкли, знают. Да. И вот езжаем мы в лес, ребята, тропиночки тут, они уже знают эти тропиночки, лошади, они тут уже приходили сотни раз. Какое это привычное и приятное чувство, ребята. Ну, не все это понимают, конечно. А если представьте, мое детство прошло возле лошадей. Естественно, мне это нравится. А вы сами знаете, что в детстве, в молодости понравилось, оно будет нравиться всю жизнь тебе. Вау! Да, да, Колечка, да. Какая прелесть. Деревья рядышком. Ну это глядычая, она колючая, Колечка. Вот это? Нет, рядышком с колючками было. Это? Нет, это вяз больше всего, да. А вот это глядычая молоденькая, да. Вот это молоденькая глядычая. Это этот, да, напиток с него делают. О, высоко. Понятно, что перевод говорит. Сопровождающий говорит, в гору поднимаемся, значит, корпус надо вперед наклонять. Я бы, конечно, сам покатался бы с сопровождающих, без маршрута, но, ребята, ну и ты, в том же, вдвоем бы с собой мы покатались, естественно. Ну, я знаю, что ты один хочешь. Немножко. На маленьком. Ну, вот на маленьком, да, покатаемся, да. Когда я покатаюсь один, вместе с тобой вот рядом на маленьком. Вот повязка там, надеюсь, видишь? За чего она? Папа, нас снимай. Нет, смотри, повязка. А вон Таня, мама. Нет, смотри, что там повязка? То не повязка, то наметили маршрут. Да, да, конечно, да. Это просто рысь какого цвета, Коля? Коля, рысь это, как же тебе сказать, походка лошади. Есть вот мы сейчас идем пешком, так? Шагом, шагом. Потом есть рысь, галоп, там еще аллюр есть всякий, там много в спортивном коневодстве. Да. Аккуратненько вот здесь, видишь, так веточки. И комариков почти не слышно, да, Коль? Угу. Я, например, не слышу. Один что-то прожужжал мне там над духом. Ну что на поляну сейчас выехали, там было. Да, там будет, да. А сколько у вас максимально группа бывала?
До 28 человек. Ого. Это целая эскадрон целый. Армия. Да, целая армия. На выходные дни. А он сам идет, тут не надо поворачивать его. Если он сам идет, тогда какая разница? Да. Вот так, Таня, ноги вперед, и так, когда спускаешься вниз. Как остановиться? Нет. Как остановиться? Обыкновенно. Сейчас скажу ему стоять, потяну на себя, он встанет. Зачем? Мы же отстанем от орлика. От вот этого? Да, от папы. Куда мы едем? Едем по маршруту до точки, откуда мы выехали, туда мы и едем. Это что, обратно туда? Нет, они по кругу едут. Вокруг земли? Нет, по кругу. Ну, их маршрут такой по кругу идет. Чтобы не возвращаться, а опять же той же самой дорогой. Это та же самая дорога? Да. Они же не хотят. Ну зачем? Мне же неинтересно ехать там, где мы уже проехали, правильно? Mm-mm. Ну, надо проехать другой дорогой. Сейчас уже скоро, кучка, приедем. Все, приехали. Да, Колечка. Да, да, так вот. Так это же хороший, маленький еще уклончик, а представь, большой какой такой. Вот так, как съезжать? Вот так надо аж так сидеть, вот так надо вот, сидеть. Стремена туда вот. Пошел, 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 пошел. Останавливаемся, Ваня. Не-не, он будет, он закипит. Да? А, маленький. Пописать решил, Чак. Я думаю, что там встал. Я думаю, неужели я его нажал? Ну а как же? И второй, блядь. Ай, красота какая. Все, пописал и пошел сам, как положено. Без команды. Красота. По дороге. Ну а где писать ему, Коля? Ты пошел на обочину, а он как где идет, там идет. Вот сейчас тут будет уклончик большой. Тут надо будет вот так вот. Ой, ты мой хороший. И Чак Норрис. Красота. Ух ты, глянь, там какой уклон большой, ты видишь? Уклон. Ну, уклон. С горы спускаемся. Ай! Ух ты, что-то он там дернулся, твой Коль. Давайте, давайте. Пошел, пошел. Не спать. А его вот так вот поднимаешь. Да, пробуй туда подниматься, как будет неудобно. Да, еще и осторожно идут. Красота. Ой-ой-ой. Как они тут? Да. Да, конечно, они какают где угодно. И писать где угодно. И писать, как это что им сделаешь? Вот. Он впереди, он покакал нормально. Вот это? Да, он тут, наверное, постоянно, потому что он уже привык. Вот. Да. Свежие. Конечно, свежие. Привык к одному месту. И сейчас все остальные начнут. Он уже второй конь начинает что-то там. Хвост поднял. Вот этот? Mm-hmm. На котором папа сидит? Да. Давай, рули, рули. Я? Вот, ребята, и закончилось. Ага. Жалко мало. 45 минут пролетело. Так быстро. Ужас. Вот я в таком виде, ребяточки, ехал. Вон Татьяна Андреевна наша, именинница. Танюшенька, помаши ручкой. Ну, посмотрим, что нам экшн-камера снимет, конечно, интересно. Посмотрим. Хорошо.
Максимин, на себя потягивай. Будьте здоровы. Эй, зараза, хорошо, но мало. Каленечка, иди забирай своего сыночка. Каленчик, фотографируй меня, пока я еще на коне. Сейчас маленького снимет. Да-да, Коля, ты меня тоже фотографируй, Коль.